Что, друзья мои, будем продолжать дальше, будем работать. Я прекрасно понимаю, что то, чем занимаюсь я, это не хайповая тема, но мне как бы безразлично. Я думаю, что если хоть сотая доля того, о чем я говорю, когда-нибудь вам пригодится, а она вам пригодится, поверьте мне, если вы уже смотрите меня, значит, вы уже что-то соображаете. Вот, в том, что я говорю. Поэтому я буду продолжать дальше, невзирая ни на что, ни на маленькие просмотры. Никогда никого не просил подписываться и тем более просматривать мои видео. Я делаю только, что я должен делать, и пускай будет то, что, может быть, принесет пользу. Поехали, следующие вопросы, Настя. Лидия спрашивает. У меня болезнь Крона, воспаление кишечного тракта. Можно ли исцелить его АСД-2Р? Как зовут? Лидия. Лидия, учитывая тот факт, что я уже 1 500 000 раз сказал о том, что только комплексный подход дает, но в этот комплексный подход, безусловно, может входить АСД. Если отвечать четко на ваш вопрос, вот просто четко и это самое, то да, АСД может повлиять. Однако очень сложный подход, очень сложный процесс, если пользоваться только одним АСД. Слишком много всего надо. Это и диета, это и режим питания, и само питание. Ну, миллион, хотел сказать, алых роз, всевозможных факторов. Но как часть этой всей этого движения, безусловно, АСД, конечно, входит. Поехали дальше. Артем спрашивает, как хранить открытое АСД-2Р? Ну, чудесный вопрос. Я уже говорил о том, что АСД немало создало мне проблем и раздражения, потому что, учитывая муть и невозможность ее доставания через шприц, ну, не знаешь, что делать. И в результате хотелось бы сказать дочке Дорогова, которая сейчас руководит этим процессом, чтобы выпускали более качественное АСД. А так, как его хранить? Ну вот, использовать его надо, а хранить его не получится, потому что это очень тонкомолекулярная фракция, да, и она испаряется как бы. А вообще открыто ее невозможно хранить, ее надо держать в этом пузырьке, а только чтобы там была иголка. И то через иголку оно тоже может быть. Быстро она портится. Поэтому не могу даже сказать, как и ответить на ваш вопрос. На сегодня все, друзья мои. На сегодня все.